всем при Games Games, вы не думал, Данил Геймстоп, а сегодня я играю в игрушку симулятор русской деревни. И сегодня я вам покажу прекраснейшую штучку. Вы просто не представляете, что это за штучка. Хотя вы уже видели по обложке и по названию ролика, что я сегодня размножу почту. Скорее всего, я продам ее, я еще не знаю, про ее можно продавать или нет. И на УАЗике попытаюсь въехать в гору почты. Что, ребята, начинаем! Ставьте лайк! Давайте, пожалуйста, наберем тут много лайков. Прошлый ролик набрал 10 тысяч просмотров, может уже 11, я не знаю. Там было всего лишь 100 лайков, до 10 тысяч, мне кажется, мало. Должно было быть примерно 500 лайков. Давайте наберем под этим роликом хотя бы 50 лайков. Не жадничайте, ребята. Ставьте. У вас рука не отвалится. И за это не ставил лайк. И деньги не отнялись. Это бесплатно. Не знаю, почему вы не ставите лайки, но ладно. Короче, почта у нас в той стороне. У нас показывает так, да? Так, опять лаг какой-то непонятный. Дорога пропала и деревня. Надо перезайти, и все будет нормально. Я не знаю, что это за лаги. Вы скажете, что это у меня телефон старый, плохой. Нет, он новый, ему 2 года. И он такой, не слабенький. У моего друга тоже такой же был, просто лаги какие-то. Сейчас дорога появляется, вроде бы. Да и вообще не было, офигеть. В прошлом ролике тоже ее не было. Я перезаходил. О, грибочки. Интересно, грибы можно продавать? Ха. Например, курицу. Ну да, можно записать ролик с этими курицами, как их продавать. Чё? Где у нас почта тут? Вот она. Так. Развозить посылки. Да, конечно, да, конечно. Короче, где-то примерно давайте наберем 27 лайков, и я повезу почту на КамАЗе. Или запахаю на тракторе, я не знаю. Можно попробовать запахать на тракторе почту или скинуть на рельсы почту. Да, можно. Будет прикольно. Давайте размножим почту. Я знаю, что она размножается, и это очень круто выглядит. Так, ну давайте сюда завезем почту. И размножим. Ой, повезло, повезло людям. Ну что, с Богом. Так. И вот так. Вот. Великолепно, ё-моё. Ребят, это великолепно. Вы просто посмотрите, сколько много посылок. Просто заикаюсь нафиг. Ладно. Опа, рекламка. Ага. Фокус нету, потому что интернет отключил. Короче, еще размножаем. О, больше и больше. Сейчас больше у УАЗика сделаю, да и нормально будет. Вот так, давайте, 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 давайте. Купаться можно уже. Курочка. А ну иди сюда. Иди сюда. Иди, 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 иди. Опа! Ха-ха-ха-ха! Теперь у меня за место почты и курочка будет. Ну ладно. А, ладно, упала. Все. Этот чувак или чувачка получила очень много посылок. Я добрый, я мистер Бист X2. Все. Я лучше мистер Бист. Я развожу посылки. 100 тысяч посылок одному бабушке, да. Офигеть. У свиньи челюсть отвисла, офигеть. Вот это да! Что я натворил? Там еще бабки сейчас в оморок упадут. Что там творится? Я наехал. Чё? Нифига себе дрифтит. Трудно прям ехать. Ну что, давайте теперь продадим посылочки. Очень прикольно. Так. Ну что, давайте остановимся. Хардыщ. Хардыщ. Так. Берем. Вот так вот. Вот так вот. О, чуть-чуть. Размножим. Нормально.
И давайте продадим. Может, вообще нельзя продавать, а может и можно. Может, ты вообще за 200 тысяч миллиардов продал. Бабуля! Не надо мне вот за 1 рубль продавать. Ты чё? Ты чё? Офигевшая бабуля, а? Блин, а друг там вообще Ламборджини? Бабуля, почему 1 рубль? Друг там вообще айфон? Она сказала, я ничего не знаю. Это пустая коробка. А, реально, ну ладно. Ха, ну ладно. Значит, продавать почту лучше не будем. Ага, реклама, иди в жопу. Короче, теперь давайте я высыплю. Давайте, да, тут высыплю и это, разгонюсь и врежусь. Где-то вот тут вот высыплю сейчас. Остановлюсь. И высыпаю. Выгружаю. О, это что такое? Подожди. Посылка. А что на боком? А, она, наверное, так и лежала. Ну ладно. Теперь тыкаем. Очень много тыкаем. Давайте какую-нибудь музычку сейчас вам спою. Что-то как-то фигово. Я не знаю, что вам спеть. Не знаю. Ладно, вот так. Какой-то урок бигбокса, что ли? Ладно, этого достаточно. Думаю, достаточно, чтобы перевернуть УАЗик, да, ребят? Да, достаточно. Блин, я уже хочу узнать, что будет с поездом, если я на рельсы положу посылки. Но это на 27 лайков, да. Лайки это святое, да, блогера, потому что они помогают блогеру снимать. Вы скажете, это как? Ну, он хочет снимать из-за того, что ему дают плату, да. Лайки это плата блогера. Кто не знал? Я так и знал, что перевернется. Ну, почти. Короче, лайки это плата блогера, а вам плата это ролик. Все логично. Блин, все разлетелось. Я бы хотел еще врезаться. Давайте вот так подрифчу. Корова, блин. Ах, ты корова, а. Блин, надо дрифтануть вот так. Нифига себе. Да, нифига себе. Ладно, давайте еще размножим. Очень хорошая идея. Размножать посылки. Хорошая идея. И уложить их на дорогу, и врезаться в них. Вообще прекрасно. Ой, чуть-чуть я приболел, у меня насморк. Даже кашель есть. Ну ладно, это все пустяки. Для вас надо снимать ролики, хоть и болезнь, но снимать надо. Я всегда болею, но снимаю. Чтобы вы были с контента, чтобы вам было что-то смотреть. Ладно. Ну что, давайте вот так вот тыкать. А вы тыкайте вот так на лайк, а я буду тыкать на посылочки. Сегодня все связано про посылки и лайки. В посылках лайки, да. Ваши лайки, да. Да. О! Инвентарь переполнен. Да не переполнен вроде бы. Ну да, не переполнен. О, нифига себе. Ну ладно. А тюк можно сдвинуть? Тюк. Я хочу еще тюк сбить. Ты отметил работу. А? Чё? А, подождите. Я отменил работу? Ё-моё. Понятно. Но я думаю, почта не пропадет. Ну что, давайте врезаться. Блинский. Ну ладно. А, не пропало. Нормально, хорошо. Если не пропало, это хорошо. Не пропало. Опа, ну нормалек. Зато в УАЗике пропало. Ну ничего страшного. Так, теперь давайте с этой горы разгончик наберу. Ладно, не наберу ничего. Я вот так тогда. Так, УАЗик. Ну, короче, ребят, все, пока-пока. В
Люблю Данил Гельсоп, а сейчас вы дома. До скорых встреч, до 27 лайков. Сделаю с посылками кое-что прикольное. Прям на корову сверху. Всем пока-пока. Я что, там корову придавил? Ну ладно, шашлык всей деревни. Ой!